Наши ребята имеют уникальную возможность заниматься творчеством в ДК «Металлурга», в том числе и хореография, и вокал, и так далее. Наверное, благодаря этому у нас в Мариуполе так много талантливых людей. Это когда в городе есть комфортный общественный транспорт. Для меня это возможность ловить рыбу рядом с заводом. Это когда в городе заботятся о детях, а значит, у этого города есть будущее.